بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا متعالي ارحم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат, дорогие братья и сестры. Сегодняшний наш программ есть «Женщина на все закон раньше и сейчас» или «Мировой взгляд на женщину». Мы начинаем сегодня от Греции, потом вот так едем на все закон Китая, Индия, Персия, все-все. Сегодня наши, которые есть, программа от Греции начинается. Посмотрим греческий народ раньше, как женщина, или как право женщина не дали, как уважали женщины. Если бы мы смотрим среди древний народ Греции, был очень культурный и светзоме земля. Когда мы смотрим и читаем историю мира, мы найдем, что женщина самая бедная создание в то время была. Почему самая бедная? Один раз, если бы мы едем дальше, назад, посмотрим назад, 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 например, Индия, Китай или другие. Сейчас все. Едем назад на историю Греции. Мы найдем, чтобы женщина, они очень плохо с женщиной общались. И очень плохо закон ему был напротив женщины. Женщина такой бедный был, вообще никто даже ему не читал как человек. Давайте дальше едем, читаем, смотрим, как было они, какое право было эта женщина бедная. Но они думали, все проблемы, которые Бог создал, это женщина есть. Всегда. Греческий народ всегда думал, сколько проблем есть, сколько плохих есть на мир, это только женщина есть. Все неудачное, которое на жизнь придет, это женщина есть. Это от рук женщины есть. И Бог создал самый простой. Это кого? Женщины. Они так всегда думали. Бог создал самый простой. Это бедные женщины. Никто даже с ним не кушал. Даже если счастливое время, которое люди обычно садятся с женщиной, кушают или на Макдональдс, или на ресторан, или на дом, везде. Раньше так было, женщины вообще они не читал как человек. Никто даже с ним не кушал. Они садил или жил только времени. Например, какой-то женщина, ему если кого-то нравится, тогда такой был. Если кому какой женщина понравилась, они прямо так, тут время его использовали и бросил как мусор. Но женщина была самой плохой, она как раб был всегда. Так и с ним они разговаривали, так и с ним они сделали. Это же счастливое рабство, которое есть. Это мы дальше едем, почему сейчас рабствует, почему сейчас рабы берет людей. Это как есть, как видно. Тогда очень хуже было. Очень хуже было тогда. Но тогда самое бедное и самое рабство, это бедное сознание Бога было женщина. Но
Когда мы смотрим, бедные, как, почему бедные? После, можно сказать, 200 лет раньше. 200, не 100 или 100 лет раньше. 100 лет раньше мы найдем, чтобы женщина не мог купить даже во имя себя что-то. Это дальше программа сделаем. 100 или 100 сколько лет на Британии это... Даже право так было, чтобы женщина не может ничего купить во имя себя. Это не, сейчас точно не знаю, точно не помню тут, который сколько лет назад был, но это я сделаю на другой программе, для вам сделаю, чтобы сколько лет назад на Великобритании женщина что мог и что не мог. Но женщина раньше как был сама бедный, сама... Он и тоже вещи был, такой, какой, как раб, рабочий человек был. После нескольких времени они думали, давай чуть-чуть права даем для женщины. После нескольких времени, короче, они чуть-чуть время, чуть-чуть закона создали для женщины, чтобы эта женщина свободна. Человек, человек читал даже. Женщина свободна, человек. Ему дал один право. Какое право дал ему? Такое право дал... Это право, почему они сделали? Права не было. Это один путь был ради своей гуляет, ради своей кайф. Ради этого, чтобы они играл и бросает. Играет и бросает. Вот такое право было. Больше ничего не было. Они создали красиво-красиво дом. Они очень большой-большой и красиво-красиво дом создали. И там они взяли женщину, поставили там, как рабочие, говорит, она, они работают. Они работают ради денег, свободные за них. Это можно ему. Они это право, это не считается как право. Они такой путь создали, чтобы играть. Они сам хотели играть, но ради своей игры такой путь или такой закон создал. Короче, это свобод ради своей кайф они сделали и использовали. И дальше так ушел. Женщина бедная такой вещь они создал или такой человека сделали они, который вообще простой, вообще как мусор. Они всегда думали, как это, когда один человек, например, едет на работу, всегда думает, как мне надо работать, чтобы мой хозяин, или хозяин это магазин, или хозяин это фирма, или любой человек, который... Как можно они рады быть от меня, да? Любой человек, когда работает. Но тут время они так и сделали, такой закон принимал, такой закон создал, такой закон сделали, чтобы женщина свободна. Как и свобод, только гуляет. Больше свобод не было. Если кто хотел, свою жену убил. Если кто хотел, что хотел, мог. Только один путь пустил, сказал, это путь. Право женщины, пускайте женщину, женщина надо право быть. Какое право? Права нет в самом деле. Они ради своей кайф такой закон сделали, чтобы женщина есть, да, мне надо гулять. Иди на тут красивый дом, денег плати. Сейчас тоже на всем мире есть это. Денег платили, звони, они придут. На России обычно флер привезет, назад каждый дом, назад каждую машину, напротив стекло поставят. Где это есть. Но мы, когда смотрим, они это сделали после этого от женщины такое создание сделал. Такое создание сделал. Самый грешный, самый бедный, самый простой, самый мусор. Значит, это очень плохо было для них. Они всегда думали, у нас право есть, там никакой права не было.
только сделал гуляющий, а женщина создала такую вещь, гуляющий. Бедный всегда думал ради этого, чтобы у меня как можно это человека рада сделать, чтобы чуть-чуть время, минимум один месяц, два месяца со мной жил, чтобы я на это два месяца чуть-чуть нормальную еду кушал или чуть-чуть на красивый дом был. Больше какое право не было. Только право это было, чтобы она всегда за свой живот я думал. Чтобы мне надо чуть-чуть красиво дом жить и чуть-чуть вкусная еда кушать. Ради этой еды она бедная. Такой его это закон так и сделал, как мусор. Если бы это богатый человек, тогда если не хотел, его бросил. Его бросал. Сказал, сегодня ты меня не нужен. Меня нужен новый какой-то. Уехал на рынок или уехал на этот магазин, уехал на этот дом, который они создали ради гуляющей девочки или ради этого, который это право дал они. Дал. Поехал, какой новый девочка нашел, принес один месяц, один день, один год. На этом время только женщина думала, как его надо ради этого думать, чтобы мужчина от его рада был. Короче, чуть-чуть дальше, когда ушел, это свобод, который они тогда дал, это свобод так остался, как совсем большой проблем для сам государства. Тогда люди начали история написать насчет этого. Тогда люди начали сделать сказка подумать насчет этого. Тогда люди немножко думали и сказали, это настоящий есть, это такой Бог есть. На этом время был, когда они создал какой-то Бог, его имя по-английски называется Бог Купит. Буква К, U, P, I, D. Купит. Обычно, по-моему, называется Бог Любовь, который любовь дает. Это Бог Купит создал, если бы на историю Бог Купит, когда едем. Бог Купит. Один женщина был из три. Из два мужчин его отношения был. По-моему, из еще какой-то сатане его отношения были, или ангелы был какой-то, они так думают. На этом время из один мужчин по закону есть, из два незакона есть. Короче, на это время от этого три рожается один дети, называется Купит. Купит, когда родил, говорят, это Купит был Бог. Тоба наузу была. Говорят, это Купит был Бог. Бог любовь. Да до сих пор такой история много, если сказка, везде едешь на книгу, почитаешь. Бог не знаем, солнце, Бог не знаем, ветер, Бог не знаем, любовь, Бог не знаем, плохие, Бог не знаем, хорошие. Это все они думают, на разные места один Бог есть. Все, не знаем, если бы читать человек боли, Бог металла, Бог этого, Бог это, если бы. Как они думают, если человек думает, надо для всех Бог быть. Но они... Бога тоже, как Бог не пустил. Короче, это три незаконных человека, которые эта женщина, из один отношений законный был, из два еще незаконные, от это три рожается, один дети называется Купит. Его история так, если как придет на историю, говорит Купит. Его мама, которая была какой-то самой популярной женщиной была на свое время, потом, когда она какой король, по-моему, был. Какой король был? Его три дочь был. Его три дочь так был, как... А три дочь, один очень красивый был. Короче, это красивый, который был. Когда люди видели, она очень красивая, даже люди пришел, его поклонял, даже
Очень красиво было, так на историю придет. После нескольких времени его мама, когда видит, чтобы его никто к нему не придет, свою вот эту популярность, которую он потеряет каждый день, ушел у Купидона, свой сын, и сказал, сын этой женщины, так и сделай, чтобы его судьба плохо сделала. Он сказал, хорошо, я буду. И вот так и сделаю. Когда он, Бог пришел, эта девочка видел сам. Сам начал любить эту девочку. Потом, короче, он как какой-то динозавр придет, не знаю. Эта девочка, его папе скажет, какой-то, его надо на какой горах бить. Потом он на какой горах свою дочь отправит потом. Вот так, короче, эта сказка идет. Сколько едешь, такой сказка найдешь. Человека мозг не может это принимать, что Бог такой тупой вид. С девочкой, с человеком приезжает потом. Бог приезжает, с человеком будет жениться. Это вообще сказка. Короче, это купит. История купит по дому на Греции, когда гулять много стал. Такой незаконный дом много стал. Каждый человек жен взял. Жен как жен? Ну, для один ночь, для два ночь, для один неделю, для месяца. Взял, бросил. Даже так женщина бедная была. Всегда она думала, мне надо такое место быть, как? Один месяц мне надо спокойно быть. Один месяц быть, чтобы я жил спокойно. Красивый дом. Чуть-чуть еда спокойно ел. Или кто меня как человек видел, со мной садил, кушали, да. Дорогой брат и сестры, на счастливое время, на наше время тоже так есть. На Россию, если мы смотрим, бедные девушки, как есть. Я много людей видел там. Много людей садил, говорил. Девушка как мусор есть на России сейчас. Во имя права женщины на все телевизор садит права женщины. Нет, а женщина такой как вам сказать, такой создание сделал, как... Посмотрите, мужчины, посмотрите, женщины. Мужчины есть... Мужчину Бог так создал, он сильно по-физически. Он может терпеть побольше на все время, чем женщина. Женщина, когда смотришь, она мама, ему не надо такой трудности. 9 часов иди на рынок, оставай на столе, продавай. Холодно, любой мужчина придет, ты ради этого свой товар, эта женщина бедная, ради своего этого товар, чтобы продавать. Чё его мужчина скажет, она будет терпеть. Давай со мной так, давай познакомим, давай. Она бедная говорит, ладно. Пусть, чтобы я продаю, процент беру. Или продаю, чуть-чуть денег заработает. А женщина такие вещи сейчас тоже создал. Как если человек думает, человек не может терпеть. Женщина Аллах создал как цветок. Его надо нюхать, его очень-очень-очень спокойно надо трогать. Если бы его будешь сильно трогать, он сломается. Женщина как цветы. Надо его как цветы трогать, надо как цветы нюхать. Его не надо как металл использовать. Счастный мир, который напротив, женщина как металл есть. Иди работайте. Иди мужчине рада сделайте. По-моему, на Голландии есть. Один мой друг живет, его фильм принес от Голландии, один фильм принес, там показывал, магазин из вот так, я один раз на телевизор на России тоже видел, магазин из женщины остается бедный так, без одежды. Говорят, почему остается, чтобы один мужчина его смотрел, его понравилось, пришел за один час или за один день или за один минут его купил. Она не человек. Частный мир тоже его так не поставил, что как человек считание.
они тоже как свое тело продают, живут. Везде так есть. Но, иншаллах, дальше на ислам, когда мы пришел, потом смотрите, это сейчас, которая история вам скажу, это сказка, не думайте, вы зайдете на историю, один раз смотрите женщину на то время, на Грецию, на Персию, на Индию, на Китай, на все мир, как был. Один раз это, который ваш брат после на этом камере садит, на этом фильм, для вам показывает, что женщина раньше так был какой-то, они сказка создал, купит сам как был. Вы смотрите, на, от тогда до сих пор этот мир сколько сына женщине дал. Ради себя, ради свой закон, смотрите один раз. Потом вы найдете, чтобы этот мир только с женщиной играл. И вот такой игрушкой плюс мусор. Сейчас один реклам придет на телевизор, например, на Россию или на любую страну, когда смотришь, реклам придет. И с ним два девочки. Один жвачка сам 5 рублей не стоит. И с ним два человека голые показывают. Одежды нету. Один машинец BMW или один машинец Mercedes его показывает, и с ним один девочка показывает. Почему? Чтобы ты девочке смотрел, ради этой девочки Mercedes смотрел. Не стал. Права женщины нету. Это женщина как реклама стала для нас. Пиво есть, чай есть, не знаю, что есть. И за всем, когда мы смотрим, и с ним один, что видно на женщина берет. Вот это у мамы, вот это у важность, которую Аллах на Коран говорит для женщины. Один сур, два книги есть на Коран. Книга женщина, Неса называется, суратун Неса. Еще есть книга Марьям, книга Мария. Вы один раз читайте, на Коран зайдете, читайте. Посмотрите, все миры законы, все миры истории почитайте, потом один раз приезжайте на Коран. Вы найдете, что Аллах очень любит вам. Ислам очень закон, законная религия, очень и всех права дал. Это я вам скажу и прошу вам, чтобы историю читайте. Не думайте, я просто ради какой-то закона, старый или новый, такое слово скажу, чтобы я против его. Не. Вы сам заходите. Потом найдете, чтобы ислам исилис, спокойствие для всех мир. Вама арсалнака илля рахмата лил аламин. Это закон, это пророк, это книга. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, я отправил для всех мир. Не сказал я для евреев, не сказал, как на Библию придет. Я не пришел, кроме евреев. Я пришел только для барана Бен Израиль. Иисус так говорит. Мессия тоже так говорит. Но это Коран так не говорит. Тора смотрите. Библию смотрите. Все так говорит. Я для Бен Израиль пришел. Которые самаритские люди возле Иисуса. Иисус говорит, мой дочь болит, его, пожалуйста, лечите. Иисус говорит, я не пришел, чтобы эта еда, которую Бог отправил, для собаки дать. Кроме евреев, всех он собаки позовет. Вы сами идите, на Иоанна, на Матвея, на все. Эта история обычная есть. Мой старый программ смотрите. Вы найдете, чтобы... Нет. Права женщина, права мама. Это только Коран. Почитайте один раз. Но едем так дальше. Который они создал сказка насчет Бог купит. Бог купит такой человек был, он сам от незаконных отношений родил. Потом он сам Бога стал. Короче, после этого его мама от него спрашивает, и так сделает он сам, когда придет, чтобы эта девочка плохо сделает, он сам так оставит, начинает любить эту девочку. Потом... По-моему, его папа называется Афродит. Афродит такой называется. Из какой-то человек, короче, отношения взял, потом это купит, родил. Это закон, который они говорят, человек, если его думает, человеку мозг не может поднимать это. Это все сказка. Смотрите, раньше как был. Один женщина бедная, как был.
смотрите сейчас, как есть. На сейчас тоже придем. Для сейчас много чего еще программы сделай, потом вы смотрите сейчас, как есть. Сейчас, который мы рады говорим, на этом мире у нас право дает. Право женщины нету. Это вы никогда не найдете. На любой закон, на коммунизм, на демократию, на все, на капитализм, на все закон, когда вы. Кто написал, вы идите, смотрите, право женщины не найдете. Женщина от тогда до сих пор, как игрушка есть. Его надо так быть. Сейчас смотри, она дома сидит. Так грязный, который не может свой жен смотреть. Если кого жены, когда они на дома бывают, самая некрасивая одежда она делает, самая некрасивая. Себя сделает такой, как его муж его смотрит, вообще ненавидит. Когда едет улица, потом себя начинает красиво сделать. Это демократия создала. Говорят, когда ты выходишь, себя красиво сделать. Ислам говорит, когда ты себя красиво сделаешь, дома для своего мужа сделать. Чтобы твой муж с другой, на сторону другой женщины не смотрел. И твой муж тоже так приказывает, чтобы ты себя красиво сделаешь, для своей жены сделать. Не для улицы. Когда мы на улице обычно выходим, давай, красивую одежду одевай, давай, красиво себя красить, волос нормально сделать, духи поби. Почему? Я еду на улице. Ты подумай, твой муж кто? Тебе надо его радость сделать или все мира? Да, красиво одевай. Красиво не сделай себя. Дома, чем его 10 раз красиво себя сделай. Чтобы твой муж на сторону тебя смотрел. Тогда на греческий закон, который был. И сейчас никакой разницы нет. Тогда девушка бедная себя красил. Выходил на улицу, чтобы мужчина его смотрел. Его начинал любить. Для один месяц. Она, чтобы один месяц спокойно быть, она себя краску взяла, красиво сделала, помада, не знаю. Одежда такой одежда, чтобы какой мужчина его смотрит, сказать, о, какой красивый. Его забрал один месяц или один год, потом как мусор бросает. А сейчас тоже так, да, когда девушка красива, да, тогда его сильно есть. После этого он ничего не стоит. Чуть-чуть, обычно от 40 или от 30. Когда вещь идет, никто на него не смотрит. Программы издали, на телевизор показывал. Раньше на ДТВ был такой программ. Свой жен бросил на дом, выехал с другой гулять. Человек из 50 лет, девочка из 15 лет. Какая разница между сейчас и между тогда? Коран, который из Коран, так не говорит. Да. Сурат Ан-Наса, заходите, смотрите. Дальше я всю аят, который нашел женщин, на Библию перешел и на Коран перешел, тогда вам буду показать это все. Они как игрушка сделали. Короче, на тот время греческие люди вообще очень сильно были они. Очень сильно были. Смотрите, это слово, чуть-чуть подумайте. Очень сильно они были на мир, самое первое. Сейчас, как мы читаем Америка, да? Самая сильная сторона техники, сторона экономии, сторона все. Тогда греческий тоже так был, очень сильно было, это все стороны. На тот время, чуть-чуть, когда такие девочки бедные, игрушка осталась. Женщина, мужчин на мир 50 на 50, если человек смотрит. Как 50 на 50? Надо милиция женский тоже быть на ислам, надо милиция мужчин тоже быть. Надо институт женщин отдельно быть, надо институт мужчин отдельно быть. Надо школа женщин отдельно быть, школа мужчин отдельно быть. Когда подумай, один человек, его половина не работает, он же не будет, ничего не может делать. Тогда они свою половину грязно сделали, игрушка сделали, мусор сделали. Когда половина плохо стала, рождения нету. Когда рождения нету, нормально нету детей. Сейчас смотрите, все мир так есть. Вверх от 40 лет это все. Ислам, альхамдулла, когда придешь на любой исламской стороне, сейчас обычно везде, когда смотрим, закон шариат нету. Но опять, когда придем, люди чуть-чуть
Например, Ахмед спросит, сколько детей спят, есть Махмуд спросит, сколько из 10 есть. Вот так есть. Сейчас вот это, которое не хватает людей, это, иншалла, от ислам едет на сторону. Все мир. Один девочка спросит, сколько детей хочешь? Говорит, один. Только девочка. Почему? И второй, не хочу я. Почему не хочешь, дорогой сестра? Если бы я буду два родить, мой фигур будет некрасивый. Кто это сделал? Кто сказал, что свою фигур красиво сделать? Ислам сказал. Кто сказал, что короткие одежды одевай, свою фигуру покажите. Когда фигуру показываешь, надо красиво быть. Когда красиво сделает, надо не рожать. Надо ночь мало кушать. Вот. Когда девушка не кушает, не будет рожать. Это все проблем дает. Но мы когда смотрим, ислам – это ислам для всех. Спокойство. Саламати. По-нашему говорят, саламат, саламат – здорово. Для всех мир, для всех человек, для всех животных мир, которые есть. Ислам – это исцелес. Для вас, для нас, для всех мир есть. Например, если бы сейчас на один дом быть 100 человек, например, на это 100 человек быть 10 мама. Когда 10 мама не будет рожать по 3, 100 человек есть. Его машин бьет, кого электро бьет, кого демократия убивает. Как убивает? Через водка, через сигарет, через это, через это, через это. Наконец, смотри, это 110 осталось. Когда это 10 женщин спроси, детей рожай, она говорит, мой фигур некрасиво будет. Через несколько лет и все. На этот дом это 100 человек умирает. И женщина тоже умирает. Человек не будет. Тогда на грецкий закон женщина игрушка сделала. Они думали, ради этого, чтобы рождение, мождение, никто не думал. Ради этого дома, чтобы, ладно, меня надо красиво быть, чтобы один мужчина богатый меня один месяц или один год с собой забрал дома, я нормально жил и нормально кушал. Сейчас тоже так есть. Меня надо красиво быть, чтобы какой красивый мужчина со мной познакомил и жил. На этом время сейчас и тогда никакой разницы нету. Вы один раз сидите на истории греческой, старой греческой, смотрите, читайте. Потом следующий программ, который есть на римский, потом зайдем. Зайдем на Рим, старый Рим, и смотрим на Рим, как был женщин, и как было его право, а не как, какое-какое право, да. Но сейчас только могу сказать, когда они сильно были после этого, как-то такой, от женщин, от своей половины, они игрушка сделал или на мусор выкидывал. После этого был, когда его вот этого сил, они свой сил потерял. Его сторона так осталась очень бедная. Потом вот так разрушил. Женщина наша половина, женщина наша половина. Как Аллах на Коран говорит, женщина ваша хиджаб или ваша вот эта, которая ваше тело закрывает, или ваше спокойство пижак. У нас на книге «Женщина», на Коран, по-моему, четвертая книга есть. Или третья придет по очереди. Вы один раз заходите, читайте, иншаллах, вы найдете свое право. Не сделайте, пожалуйста, женщине так, как не надо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك إلهي يا متعالي ارحم
ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي.